Всем привет! Мой никнейм Ахиллес, я являюсь тренером Team Empire. Прошел день после стадии плей-офф квалификации на International СНГ регион, где мы проиграли две серии Финстрайком и Нави. Конечно, проигрывать всегда неприятно, обидно, но в целом мы понимаем, почему мы проиграли, из-за чего и что в целом нужно будет в будущем исправить. Для меня, ну и как и для Димы, это третья квалификация на International. 2017, когда мы выиграли, 2018, не очень удачный, и этот год. До того, как я сюда приехал, я знал, что мы хорошо готовы. Но сейчас я просто уверен, что мы готовы лучше, чем тогда, когда мы выиграли в 2017 году. Но это вот для меня это просто очевидно. На третий бан. Если они виспа не забанят, я парешну забанят. Будем целиться в виспа. Если Тентауру уберут, то будем целиться в Сяпика. Все участвуем, все сидим как бы у драфта. Каждый говорит, есть что. Испанцы, конечно. А может быть? Это скайдер. А не, раскатайте. Это скайдер? Нет, не погадал. Если дальше идет, можем его убить? Раз здесь. Да, я иду. Там еще. Там скай нету. Триггерами. Что, ты не понимаешь? Подтягивайся к ним. Подтягивайся к скайскому, можем? Нет, я не знаю. Ладно, я отмыл у него. Вообще рядом? Вот раз, ребят. Мне 5 секунд ты попарни. Или здесь не успел? Да. Мои ребята тут ВК уже. Я еще тэпнусь. Я дал вот так, и что? Они клетки. Звери клетки! Я тут, ребят. Я петуха клюмца начал, парни. Просто петуха. Да. Давайте мы сейчас плюс-минус зачерить слегка. И не будем не перепортить. Но надо не перечилить, на самом деле. Так как бюрты, надо иначе ставить. Да, я имею в виду не начали, просто так. СК не хотел убить сбоку? Во-во-во-во-во. 5 секунд, Глимпс. Я на СК могу поднять. А, это я. СК маг. Я на СК маг. Я пью. Парни, на мне ВК. И кто били? ВК, можем взять? Двоих, да, я взял. Там слева хуёвый. Это же СК маг слева. СК маг спрятан. Я на СК маг бегу. Я бот толкнул по-бурому. Прайс найди? Не. Можете уже почву под Ашан подготавливать, парни. Вард в центре. Давайте. Да, можно сломать, ребята. У нас Кираса будет радиаться, парни. Можем его выбрать. Можем потратить. Нам уже только будет на... Два раза вышел? Он от иллюзии умрет первый раз. Я, ребят, на ФК пошел. Давайте его. Сейчас дам. Айс, парни. Я ПК убил. Давай. Да, ребят, я отошел. Нет, я ворс, что, блядь, это результат, кстати. Есть убить? Вот еще. Кирилл, у тебя такая разносторонняя инфа вначале идет. Играйте агрессивнее, такой я потом го-го-го, и такой Кирилл. Не делитесь, говорю. Типа я хочу, чтобы поиграли агрессивнее, но типа в меру. Я не могу это сказать. Я типа говорю, играйте агрессивнее, но типа отходите. Кирилл решается. Чупань, блядь. Чё, они омик хотят, парни. Либо через Эмбера играем, либо через Свена. Либо через Марс, без кого-то всяких. Вы через Марс. Они Гоу! Там байбеков нет у них. Дай пали, готов? Советов, без чума. Да. Я готовлю сейчас. Вот да. Я вот кентал закрыл с ремонт. Давай. Гулю. Гуля? Не раз. Там байбеков. Там байбеков, да. Ну, блин. Еще можно было табельнуть, стоит трон? Да, там уже. Здоровье. Мы пару драк не проиграли. Опять на умника целится. Ну что, баним третьим?
Да тоже тролль был неплохо. Можно добавить свой тролль. А что, мы хотим бруду показывать? Или пика? Если будет заходить, но опять же, парни, нет. Ну сейчас вы на пятый герой. Сам же сидит довольно. Чё, ребят, го? Бруда точно хорошо. Бруда – это которая очень быстро наперёд. Ты что, сферы будешь куда сделать, да? Да, даст, дифуза. Не даст, дифуза и боковая дверь. Ты будешь огромный, даже если поставить себя на гнид. Костян все равно будет огромный. Вообще пофиг, ты будешь по кайф на чём. Давай в гудку. Стой, ты не пик. Сюда, поймай, вот это, Что, день закончили? 3-2. А как я? Что-то ты как я на ПЛ на очке тоже. Да не на очке. Я просто за... Башка болит. Насморк. Долгие игры. Сделал? О, да, я сделал. Очень круче. Ля какой. Костян, слушай, а ты можешь аккаунт забустить? Нет. А рассказать, как забустить? Нет. Откуда она это? Мы там у себя забыли. Мне надо забустить аккаунт. Давайте забущу. Мой бустер пропал. Point booster. Ренат, забусти мне аккаунт. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ассаламу алейкум, всем входящим, исходящим. А. Смотрите, шестым баном, скорее всего, они забанят Испа. Скорее всего, ну не факт. Что, Костян, заходи в Ладно, хоть мы не сможем сыграть на самом деле. А свою плохо могут перейти? Ну, они будут нападать на сюда. Я бы, может, они не могут просто так. Ну, он один слабый, у нас с Костяном был, с полушара. Что, а свою забери, готовься? Свою заберем, а как не имеем. Кто-то сейчас играет. Я хз, какой-то бред. Почему мы постоянно от них убегаем? Я не понимаю. Мы катим по КП, возвращаемся, деремся. Но у нас такого не происходит. Мы просто убегаем, у нас просто отдают дорогу.
как вы хотите выиграть АХЗ. И типа, то, что Кайл, ты говоришь, надо, мы не можем запушить и так далее. Но ну вот, мы в форме же пушили, это не пушили. Так потому что если они на нас напали, они нас выиграли, мы должны их убивать. Но у нас типа, просто там, они без БКБ тебя бьют, там можно шекл по твоим дать спокойно. Ну а чё, ну... Блин, ну это кнопки, я ХЗ. Просто я не знаю, что я на ноги мог сделать. Дать слип, дать иллюзию, я давал. Ну, блядь, это уже не от меня зависит. А герой, чё, я на это не, ну, не так дохуя знаю, как этот герой работает, чтобы сказать, чтобы он дал шейку и так далее. Поэтому, типа, я с самого начала стыка был против. У них единственная была возможность, вообще, единственный шанс выиграть игру, это я просто, знаю, просто вами хватит, стрельбай бэк, как вас... Я не знаю. Блин, ты на фонке рубль потратил, и сон тебе смотрит. Олег, ну с тобой, наверное, надо не сдэпить. И Эльс, как а что, мы этого не напряжем? Я пешком пишу. Ну, это не упадет. Нет, нет, вероятно. Они уходят. Я не пришел за ТП, не пришел за ТП. Че, можем пойти сбивать, Игорь? Я могу пойти. Я сбегу, попробую. Ну, они на два шаги потом. Я тут забегу, и я тебе в топе сидел. А что, что? ЖЖ на топе. Тимбер сзади, Тимбер сзади. Я нет. Я далековато. Я просто иду. У меня БКБ. Я бы на самом деле вот нашими БКБшками похатился бы с ними. Вот типа просто побить кого-то, да. Че, лес стопим? Мы где бать? Можно? Нам вот нам банка. Ну, я тут туда тут. Ну, а вам надо убить его. Ребят, я тут. Ну и закатите, парень, надо убивать, надо убивать. У меня еще пришел шоу БКБ еще. Я выбираю. Давайте там заберем, может. Давай. Там что сейчас без БКБ? Я тебя тут балакчик выиграл. Балакчик отупил. Я других ребят. Тебя отупил, первый раз отбил. Вы можете раз, ребят. Они сейчас есть. БКБ не будет, бить центр. Я вам это. Мне чуть выше. Бей его. Я рубик убил. Я бегу, парня. Я подкинь. Немножко подкинь. Немножко подкинь. Надо бить тот лет. У нас 48 стаков, если что, парни. Покинул. Я бегу, я там. Да, у тебя сэр. Я тебе минус. А что, можно сэр, сэр, сэр? Я еще ребята тут. Брута возрать, парни. Ты что тебе? Корейский матумы выкатил. Понимаете, что по итогу группового этапа вы номинально обыграли две самые сильные команды на бумаге. Брудой. Брудой. Типа 10-й брудного катера, да? It's only a matter of time. When you gonna let me hit that ass from behind. Baby, you got what? Дим, вы приехали уже? А, вы еще едете? Страйки. Окей, тогда мы вас ждем. Надо спросить, нам точно наш монтаж? Была максимальная читка на драфте с Ларком. Я когда вижу Омника, мне реально хочется взять с Ларка, потому что почему нет? Пассивная, которая на дистанции в этом. Я того ломал. Я тупо сел посередине, там Ренат расправился, Олег расправился. Я такой отдыхал. Ты. За все травмы, которые вы можете получить в ходе прохождения игры. Чувак был подкачанный, знаешь, такой серьезный. И он от страха не кричал, а он от страха ударил чувака этого актера. И тот упал, короче. Тот больше не приставал. Поэтому, парни, пользуемся обузкой. А что, вы команда максимально сплотилась. Так я буду смотреть коммуникацию, где у вас были тайминги, ошибки, где вы баунти не законтролили. Блин, надо было сделать там, чтобы он был настоящий позиции. Ладен куда-то пошел, куда за ручки держится Ладена. Все побежали, блядь. Ладен сейчас бежит обратно. Вот там просто. Они все глаза закрыли. Легко ты случил, он быстро убрал. Верный кодекс, знаешь, вот как в кошмарах, знаешь, бывает там, глаза закрываешь от пера. Да, так он. Верный кодекс то же самое. Да, да. Закрывай! 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 Спасибо, что я прыгал эти пичули. Что, что? Ты для ЛТ очковал? Олег, заходит в комнату такой, вот так вот. Просто так поколоть. Кто-то сказал тебе, ну куда ты прёшь, а куда ты по***ь таранов?
первой серии против Винстрайк мы взяли для себя комфортный пик. Мы неплохо играли, знали, как играет Винстрайк, в чем их особенности, сила. Мы это все прекрасно понимали. По игре, скажем так, допускали сами очень нелепые ошибки, обидные, которые, грубо говоря, привели к поражению. Эти ошибки были, скажем, у игроков и до меня, и когда я пришел в этот состав, мы над ними работали, и их число уменьшилось. Над ними действительно работали, именно макро-ошибки в лейт-гейме. Но, к сожалению, идеально отыгрывать так и не получилось. С линии выкатывались мы более-менее. То есть, благо тренировки прошли недаром, линии хоть нормально стали стоять. И миду, и с линии, и оффлейн. Здесь окей. Где у нас начинается проблема? У нас проблема начинается где-то уже, не знаю, где-то mid-game-late-game. То есть, когда уже нужно брать на себя чуть больше инициативы. По драфту я бы не менял вообще, ну, особо ничего. То есть, ну, у нас... Да, по драфту у нас все нормально. У нас план, у нас есть распики до ПТФП, по ДСП, у нас, типа, ну, мы все нормально чувствуем, комфортно. Да. Поэтому я бы драфту ничего не менял бы. А что, если сделать так же, просто вот взять роумер, просто сидеть на голове у Кумана в миде? Такое вообще возможно? Ну, если там они варлока кого-то пернут. Если возьмут слабого... Ну, варлока, слабого они любят варлока. Да. Шегера? Блин, ну Шегера так, чтобы у чела не было возможности, типа, квапы не было, что там еще может уйти. Еще Бристлбэк, кстати, мы не показывали никогда. Да, да, да. То есть, вариантов у нас... Бристлбэк, Эмбер. Че, болгарский ты братишка. Че? Играть на Львиноров? Пошел. Можно ли это? Что? 5x5, АПТБ, ФСФСА. Так. Wings for Alexander. Как стартануть только, нельзя пока писать. Ты знаешь, что это? Нет. Это Dota 1. Кошель, ты не ту игру. Кошель, он маленький, когда она появилась. Костян, сразу взорвись. Что ты говоришь? Блин, ладно. И у меня кулдаун миллион. 3 минуты, алло, кулдаун. Я знал. Я терял фокал, было 2 минуты. Кем Эмбера будем брать? Паша, вы обсираете? Вам лучше перед игрой обосраться на время. На всех. На всех бы хотел. На все вы. Бах тебе играть. Пара ДС парни. Вообще шторм может пукнуться еще. Шторм может пукнуться. У нас Эмбер. Да, блин. Ты под армором. Да, помочь не можем. У меня ничего бы чит. Чит 5 секунд. Я застанил, да, если что. А, еще парни, когда... Там, скорее всего, ульту будут пока довешать на меня. Или на Эмбер. Так что рядом к нам не подходите вообще. Я, ребят, на... Я задумал, Трайкс, Трайкс, Трайкс. Ребят, я на гриме, на ультмы. Барыч пытается меня убить тут. Ладно, года на барыча. Что-то мне кажется, кто-то приехал сюда. И дудосит нас. Ну, задумали медузу? Я летел и уже на медузу. Лайфстиллер миди был, и в том... Бар. Мы убиваем медузу, убиваем дрока и уже камбэка. У меня появится БКБ. Будет еще один. Так. Ну, медуза уже под сюржом. И съебывает. В этом проявляется сила. Медуз я буду оставлять плюс-минус напоследок. Типа, я набираю плюс 15. Она Кримсон не бьет, на самом деле. Ну да, вот я и говорю, она типа просто выжигает ману, я буду БКБ. Я там плюс 15-20 стаков наберу, я эту медузу щелкну за секунду. Вот. Играем так. Ластиллер, в принципе, тоже не проблема без риджа. На камне подъехали, они знают, где будут кем подрезали, все. Он заранее все продумал, что вы парни чтите вас. Не-не-не, Кум залетел, Кума сразу попросил, и там сразу все выключили. Я задумал, алло, брат, сделай. Брат, сделай красиво.
А это можно вставлять в видео? Или извиняться придется? Не надо. Я потом извиняться. Неохота. На коленях. О, ребят. О, у меня ничего будет БКБ. Надойте, надойте. Пацаны, идите. Я глобал дам. БКБ. Я дал сам клип. Я вот эти. Я вышел. А, ну ты у него это. Я понял. Я иду. Весь пулицем, весь пулицем. Они в сторону ломают, парни. Разбирайте его в сторону. Парень, надо хотя бы удар. Ну, был 20. Все, парни, отходите. Я отходил, ты подожди. Надо, нет, надо улететь. Надо вот тут сейчас все провардить и не дать им забрать этот барак в эти дела. Бэй меня зарядил. Он меня заслепил на Бэй. Меня бил Дэй, ребята. Может, на задний нужно прыгать. На задний, на виспан, виспан, виспан. Надо уже прыгать, парни. Сайленс дал. Текс меня дали, текс меня дали. Меня утонул Джаггер, я отошел, я отошел. Какая-то парни, перед следующей серией по тексте забуду, пожалуйста. Это, короче, нужно сейчас сфокусироваться будет. Мы хорошо играем, но у нас бывают забуды. Нужно играть внимательно, я точно. Без паники. Так на самом деле байт луз. Знаете, в чем байт? Показываем, что мы лохи. Потом, типа, так, начинаем отжорку. Чё, заготовь, бутылка, бутылка. Подожди, сейчас же грунт сделать. Там будет дождаться для пса. Я бутылку хотел запустить. А ты чё хотел здесь? Можешь купить центр? Да, вот так. Да. Я могу тут купить. Если что, то я купил. Стой сзади меня. Почему? Да там нет, не крутца ничего. Парни, Акса, можем? Я не забираю. Да, забираю. Я вот такая. Я отречу кучу. Он стоит, он тэпает. БТП. Ага. А что, есть реал на базе? Я бегу, если вы. Есть. Не, на этого не хочу. Да. У нас до текст. Подойдите. Нам по мид закушать. Сейчас я это. Не хочешь мид двинуться? На табларке кабан. Кабан. Да, да, да. Кабан у него мало. Сейчас, все, все. Вообще не понимаю, что я в один перелазу. Смотрите, ну никого не видно. Вообще, вот я стою, парни. Если Бристол как-то на них подвасит, то я на них сзади попаду. Я могу, парни? Но только надо будет его подцелить. Да. Можно на них пойти подать? Да, да. Они в боте играют, нам надо в стопе забирать раз. Я в топе еще Акс будет. Мне кажется, этот чел байтит. Я миг пушу. 12, ребят. Тут 12 идти. Можем Макс. Парни, что на нашем лесу убить? Я зачем? Ну что, хорошо, можем отдать, дождемся Радика, Хаунта, и потом уже будем играться нормально. Мы с Радиком два раза сильнее будем. С Волнями, с Дайгером, с Радиком можем подраться будем. Бля. Парни, нам надо спектрейт. Что, я крутать его? Там нет? Надо спектрейт. Костян, дал тебе ешку. А Никсу закопал. Томат лайди. Никсу дал сэнс. Я ребята взял. Можем тогда не сосать? Вот, Никс, смотрите, я ему сэнс мог дать. Я встрял. Ой, я Никса, короче, как я тебе нахуй брал. Да нет, парни, здесь. Ой, надо, да. Бежи за мной. Бежи, дарек. У меня тут так бежит, чел. Говорится. Жизнь не заканчивается, не расстраивайтесь. Все равно это были достойные квалификации. Все тренировки, которые у нас были, они прошли не зря, и вам в любом случае будут полезны. По групповой стадии закрытой квалификации мы себя как показывали с хорошей стороны, потому что мы прям некоторые игры мы прям уверенно обыгрывали соперников. Но, конечно, были и игры, которые нас вводили максимальную дисмораль, например, поражение от Немиги. Это, наверное, такое было самое неприятное поражение, от которого мы действительно, скажем так, разочаровались и удивились. Это такие первые эмоции были. Но потом мы, конечно, естественно, все это сидели, разбирали, реплеи, общались и поняли, из-за чего мы проиграли. Ну, суть в том, что наша игра была не идеальной, и поэтому, к сожалению, в этом году у нас не получилось выйти на International.
В любом случае, спасибо всем, кто болел за нас, кто следил за нами. Мы, лично я, да и ребята, читают комментарии, тоже переживают за поражение. И спасибо всем, кто болел. До встречи в следующем сезоне. Пока.